Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь в начале Олимпийского парка у конечной станции электричек курорт Меретинский. Сейчас утро, буквально 10 утра, по-моему, 29 декабря. Солнечно, примерно плюс 7. Вот распогодилось, греет солнышко. И я собираюсь сейчас до границы России и Абхазии прокатиться. И вот приглашаю вас с собой. Поедем по Олимпийской аллее, через Олимпийский парк, выйдем к пляжу Богатырь или поедем по первой береговой линии. Но в любом случае доедем до границы России и Абхазия. Поэтому, друзья, желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи, поставьте мне лайк, мы начинаем. Смотрите, приехала электричка. На вокзале я советую приезжать сюда на электричке и брать здесь какое-нибудь средство передвижения и отправляться в путешествие по Сириусу и Олимпийскому парку. Прям вот на целый день можно. Смотрите, это строится новый концертный театральный комплекс. Тут много есть фотозон, аллея пальм, справа автодром. И сейчас мы будем проезжать Сочи парк. Все тут основные достопримечательности. Время 10 утра. Я выехал на тренировочку. Потом мне надо в центр Адлера по делам. Настроение новогоднее. Думаю искупаться. Поэтому, друзья, отправляемся. Давайте тоже зарядку обязательно сделайте. И будет вам счастье. Я уже сделал зарядку дома. Примерно полуторачасовую. Знаете, что я сделал? Я встал, выпил воды. Теплый, горячий. Сделал зарядку. Сделал растяжку. Постоял на гвоздях, сходил в холодный душ. Посчитал все, что нужно. В общем, как-то упорядочил все в голове. Все данные, все, что мне нужно сделать. Потом выпил разные полезные штучки, там, специи. Плюс я себе купил там вытяжки с трав. Съел там пчелиной пирги, выпил клетчаточки, съел кашки с сухофруктами овсяной. И вот еду. То есть я уже провел ряд процедур для того, чтобы я себя лучше чувствовал. То есть как я это вижу? Я даже силовую сделал. То есть я 10 раз потянулся, 20 раз отжался. Отжался на брусьях. И для чего я это сделал? Хотите, открою вам великую тайну? Я это сделал для того, чтобы толкнуть лимфу, чтобы лимфа начала работать, чиститься. Потому что я думаю, что движения достаточно, но именно силовые уже как бы более сильно запускают лимфу, нервную систему, ну и все системы в организме. Так, вот мы проезжаем тут базарчик и отель Богатырь, Сочи парк слева. Вот они, друзья. Теперь вы знаете, где они. Я сделал фотографии для своего телеграм-канала. У меня там информация в режиме реального времени, друзья. Обязательно подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. Также там у нас есть чат в Телеграме и группа ВКонтакте. Это карета из сказки «Золушка». Теперь вы видели все. Вот поставили такую инсталляцию красивую. Я думаю, сейчас на море много людей, вообще будет сегодня, в течение дня, потому что солнечно.
солнышко греет. Так, подъезжаем к дороге, сейчас вот ее пересечем. Перед вами строится комплекс Монтера, самый дорогой в России. Вот такой красивый вид здесь открывается. Я делаю фотографии, друзья. Так, никого нет, можно ехать. Тут у нас слева Сочи парк, типа русского Диснейленда. Так, здесь вот продолжают делать аллейку, вот тут травку привезли. По-моему, проход тут сейчас закрыт, проезд, поэтому мы вынуждены заехать с другой стороны. Едем по первой береговой линии, друзья. А вы пока напишите, как у вас погода, как настроение, новогоднее или нет. Откуда меня смотрите, напишите, и когда приедете, мне будет интересно почитать. Заснеженные. Скоро все будут в снегу. Вот у нас слева начинается отель Сочи парк, вы можете видеть. Мы же двигаемся в сторону моря. И сейчас будем выезжать на набережную. Слева у нас частный сектор, тут одни из самых лучших мест в Сириусе. Летом тут просто ажиотаж, вот где я сейчас еду. Тут очень много туристов, торговые ряды, со всех сторон тут все продают. Сейчас, конечно, всего поменьше. Так как межсезонье все-таки. Вот мы на первой береговой линии, тут так тихо, аж непривычно. Так, давайте выйдем к морю. Заставили тут не проехать. Так, выехали к столовой. Бон аппетита. И тут нас уже волонтер с экскурсиями встречает. Так, смотрим, что у нас тут. Так, зимний пляж открыт. Все хорошо, друзья, можете выезжать.
море спокойное, успокоилось после штормов. И поехали до границы, прокатимся, посмотрим, какая там атмосфера. Посмотрим на горы. Вот справа работает пляж Сочи Парк. Выставили пуфики с самого утра. Солнце светит прямо в глаз. Постелили, смотрите, новые дорожки. Гуляют туристы. В общем, погода налаживается, друзья. Забор после шторма, его снесло волной после шторма века. Очень жарко становится. Еду против ветра, небольшой бриз, легкий. И солнце еще светит. Смотрите, на дорожке даже сделали разделительную полосу. Проезжаем ресторан Amor de Amor. Пицца Папи слева была, стояла. Будут ее, наверное, перестраивать. И вот участочек, тут такая площадь. Смотрите, обновляют лавочку, плитку. Я делаю фото для своего телеграма. И едем дальше. Ведутся работы, друзья, со всех сторон. В межсезонье тут всегда так. Уже вот готовятся к следующему сезону. Отель, пляж Редисон. Тут опять все подняли. Смотрите, на пляже ничего нет, потому что было штормовое предупреждение. А вообще у них тут был зимний пляж, тоже как на пляже Сочи Парк. Ресторан «Высота», бургерная, тут, смотрите, столы накрыты. И поехали, прокатимся немножко по первой береговой линии. Выезжаем на улицу Цимлянская. Летом тут такая центральная улица, тут вот эти все павильоны слева, видите, они открыты, из них продается кукуруза, разные фрукты, овощи, тут золотая жила. Сейчас здесь все закрыто, с
справа у нас парк отель Арфа, и за ним море. То есть мы двигаемся по первой береговой линии, улица Цемлянская, 7/3. Так, тут кирпич, они сюда не могут поворачивать машины. А я могу, смотрите, сейчас провезу вас по центральной аллее в этом частном секторе. Сейчас едем по улице Полевая. Здесь есть школа и автобус 517 сюда идет. И мы сейчас движемся. Тут тоже кирпич. По району, который называется Совхоз России. Двигаемся по улице Урицкого, это центральная улица в этом совхозе. Ну, совхоз здесь был до Олимпийских игр, а сейчас здесь самые дорогие дома. Тут выдавали людям, которых расселяли с амеретинской низменности. Вот им выдавали здесь дома. И здесь все реально очень дорого стоит. Слева у нас парк Ильича. И мы заехали в парк Ильича. Посмотрите. Тут поставили елку. Вот Ильич стоит сам, собственной персоной. Кто соскучился, вот посмотрите. И выезжаем к остановке. Совхоз России, по-моему, называется. Так, и двигаемся дальше в сторону границы России-Абхазия. Так, там у нас ресторан «Магеллан» и море. А здесь тоже такая первая береговая линия. И сейчас мы будем выезжать границы к морю. Тут у нас идут отели, вот такие домики интересные. Отель Парк Ин. Тут Пятерочка, супермаркеты. И начинается отель Бридж Резорт. Сейчас будем выезжать к городу-отелю «Бархатный сезон», к пляжу «Бархатный сезон». Тут до моря буквально 50 метров. Здесь отель «Бридж Резорт». Классный отель, четырехзвездочный. Тут проходик к пляжу. Так, вот тут аллея. И за ней уже город-отель «Бархатный сезон». Очень
жарко. Так что, друзья, берите билеты, у нас погоду на Новый год хорошую передают. Удочки, лыжи, плавки, купальники, и приезжайте. Или подписывайтесь на мой канал, покажу вам, как здесь проходит межсезонье, зимний сезон. Бархатный, все показываю, друзья. О, какая красота, посмотрите. Не зря ехали. Вот, кто рано встает. Какая красота, там такой туман, то ли дымка, то ли туман. Сейчас подъедем поближе, рассмотрим повнимательней. Несколько рыбаков есть. Сейчас пойдем купаться, друзья. Фух, аж вспотел. Смотрите, какая красота. Делал ряд фотографий, сейчас скину их. Телеграм-канал. Светит солнце. Греет. Пойдемте посмотрим на водичку. Водичка сказка манит меня. Сережа, окунись. Ну все, друзья, я на этом прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов. Подписывайтесь на все ресурсы, дальше будет интересно. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья!